пішов. Ну, він же ж був это, його ж клали в клініку, лічили. На 9 мая я його побачив, ми пройшли тут з троєм. Він збоку стояв, щось з нами не пішов. О, і оце я його побачив, і це був останній раз. Попадаю совершенно другую ситуацию. Там остро ощущаешь, вот я здесь, вот противник, а сзади все будет хорошо, тебя сзади прикроют. Никто тебя не бросит, всегда ты будешь такой напоен, боеприпас будет, и ты работаешь. Знаешь, плечо товарища есть. Когда прибывают сюда ребята с той остротой ощущений, совершенно другое получается. Не встречал я нормального, который писает с тобой и просто по душам поговорит. Ни бумаги заполнять, ни анкеты рисовать, ни цвета выбирать, это все в военкоматах делается. Зачем? К чему? Бред сюда, бред.